Ну, мое мнение, я отрицательно отношусь к интернету, хотя это вещь полезная, но я считаю, что фривольность, которую допускают люди, что хуже даже, чем желтая пресса, которая тоже себе позволяет, как мне один такой был Гейдар Батарханов, который мне позвонил, я ему не дал интервью по телефону, он сказал, ну я напишу от себя, взял, написал от себя, ни одного факта соответствующего дела нет. И вот он это все выложил. Вот это желтая пресса. То же самое интернет. Человек может написать, и ничего, ответственности никакой за это. Я считаю, это невозможно, во-первых. Ну, не знаю, как там с этими, чтобы себя выставляли у кого-то много информации, мало. Это, я не знаю, что там, как мы так платим за этот интернет, и бог с ним. Но человек должен регистрироваться. У него должен быть свой номер, буковки свои. Пускай без фамилии, но надо, чтобы этого человека можно было найти. Потому что так фривольно, я знаю по некоторым артистам, ну, у меня, допустим, плохого не пишут. Почти. Хотя тоже пишут, например, совершенно огульные вещи. Есть такое. Но это все от скуки и от бессилия собственного бесстрашия происходит. Потому что человек бесстрашен, ему нечего бояться. Ляпнул что угодно. Ну, допустим, историю с Волочковой. Там, вот такие истории с известными людьми, на которых, естественно, обозлены. Вот на всех красивых и успешных, на них народ обозлен. И пишут, ну, такую хулу, что это, ну, просто читать невозможно. Я поэтому практически этого ничего не читаю. У меня есть для этого секретарь, у меня секретарь это выкладывает, я потом читаю.